В Астане стартовал второй чемпионат Азии по тенге элю и третий чемпионат Азии по аудар-испак. В состязаниях примут участие 54 спортсмена из 9 стран, в числе которых представители Афганистана, Китая и Турции. Отмечу, что соревнования по аудар-испак проводятся по 5 весовым и абсолютным весовым категориям. За медали будут бороться 44 спортсмена. Общий призовой фонд турниров составит 14 миллионов тенге. Напомню, что в 2015 году в нашей столице прошел первый чемпионат Азии по тенге элю, а годом ранее, в 2014-м, второй чемпионат Азии по аудар-испак. Комиссия с юнишка приехали, но они вроде соглашение подписали проводить в 2021 году типа Олимпиада всех народов вот этом традиционном спорте. Надеемся, что наши виды спорта входят туда в состав.